в очередной 8-й серии сериала «Невский. Охота на архитектора», которую вы сможете посмотреть в среду, 2 февраля. И называется она «Сезон охоты». Вы узнаете о том, как Михайлову понравилась Инга Крылова, новый следователь Центрального района. Он пытается подстроить встречу с ней, а Семенов, раскусив план Андрея, подшучивает над ним. Тем временем убивает профессора художественной академии Игоря Андреянова. Во время осмотра место происшествия Крылова находит на стене квартиры гвоздь и утверждает, что он поможет раскрыть дело. Завьялов при этом не знает, что еще можно сделать, чтобы закрыть дело Фомина, обвиняемого в предумышленном убийстве нескольких человек на даче. Фомин предлагает суд присяжных. Завьялову приходит в голову идея использовать начальника охраны Байкала. Опера, проверив камеры, видеонаблюдение возле дома убитого профессора, обнаруживает на записи Фомина, который заходил к нему незадолго до преступления. Семенов едет к Фомину, чтобы узнать о его связи с убийством.